Здравствуйте, уважаемые коллеги! С вами учитель английского языка Ли Кристина Евгеньевна. Сегодня я хочу представить вам доклад на тему использования информационных технологий на уроках английского языка при обучении младших классов. Бурное развитие компьютерных технологий в последние годы, а также интенсивное их использование в учебном процессе, уже привели к некоторым изменениям в системе образования. Модернизация содержания школьного образования явилась стимулом для использования новых педагогических технологий при обучении английскому языку. Возраст младших школьников является благоприятным для формирования интереса к изучению иностранных языков, развития мышления, памяти, воображения и других психологических функций учащихся, которые вовлечены в процесс развития речи. Именно в начальных классах необходимо заложить основы для дальнейшего изучения иностранных языков. От эффективности обучения на этом этапе зависит дальнейшее развитие учащихся, их коммуникативная и лингвистическая компетенция, уровень их заинтересованности в изучении иностранного языка. Новые достижения в области физиологических, психологических и педагогических наук, в частности гуманистической педагогики, предполагают использование новых педагогических технологий для более результативного обучения. Личностно-ориентированное обучение позволяет сформировать новые знания, навыки и элементарные коммуникативные умения на английском языке в четырех видах речевой деятельности – это говорение, аудирование, чтение и письмо. Компьютерные обучающие программы имеют много преимуществ перед традиционными методами обучения. Они переносят обучение школьников на новый качественный уровень активной и познавательной деятельности. Новый государственный образовательный стандарт начального образования ориентирован на развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся. Новые образовательные стандарты диктуют нам новый образовательный результат. У ребенка на первой ступени обучения должны быть сформированы следующие компетенции. Личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные. В обучении иностранному языку активно и успешно используются информационно-коммуникационные технологии, которые позволяют значительно повысить эффективность этого процесса. В частности, применение ИКТ обеспечивает возможность создания обучаемым условий для формирования и развития лингвистических и коммуникативных навыков, максимально учитывая их личностные потребности и особенности, успешно реализуя идеологию личностно-ориентированного образования. В своей работе учителя часто используют интерактивную доску, основное преимущество которой – это наглядность и интерактивность. Интерактивная доска оказывает одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия – слух и зрение, что позволяет достичь гораздо большего эффекта. А использование богатых иллюстративных, звуковых и интерактивных возможностей компьютера дает благоприятный эмоциональный фон на занятиях, способствуя развитию учащегося. Дети не только получают важную и нужную информацию, но и испытывают очень сильные положительные эмоции, такие как удивление, восторг, радость и азарт. Сделать обучение иностранному языку в начальных классах эффективным при нагрузке 2 часа в неделю, используя традиционные методики, довольно сложно. В решении этой проблемы может помочь использование информационных компьютерных технологий, которые открывают перед учителем иностранных языков поистине необозримые возможности, предлагают простые и удобные решения широкого круга задач, расширяют выбор материалов и форм учебной работы, делают уроки яркими и увлекательными, эмоционально и информационно насыщенными. Использование информационно-компьютерных технологий помогает зачастую решить проблему заинтересованности ребенка, помогает активизировать его деятельность на уроке. Использование ИКТ позволяет проводить уроки на высоком эстетическом и эмоциональном уровне, привлекает большое количество дидактического материала, повышает объем выполняемой работы на уроке в 1,5-2 раза и обеспечивает высокую степень дифференциации обучения. В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в преподавании иностранного языка.